Ребята, напоминаю, что Кот создал свой клан 1xbet и хочет вывести его в топ. Помогите ему в этом. Прием 4300, хэштег на ваших экранах. Он постоянно кикает неактивных. У них там бонусы, у них там большие выигрыши ждут вас. Выигрывайте у них. 1xbet, хэштег на ваших экранах. Приятного просмотра. Итак, дорогие друзья, всем привет. В общем, вчера на стриме я у себя на основном аккаунте попытался пройти новое испытание, но сделал, к сожалению, по-моему, 8 или 9 побед. Уже точно не вспомню. Вот, честно, не люблю вот эти драфт-испытания, потому что здесь бывает в большинстве случаев решает именно колода. Ну, в общем, неважно, это не оправдание. Я все равно попытаюсь сделать 12 побед. Возможно, завтра, возможно, сегодня на стриме. И еще очень важная информация, ребята. Я запустил конкурс у себя на канале, разыгрываю 2 бесплатных буста этого испытания и разыгрываю 3 вот этих спецпака. Но я в видосе говорил, что результаты будут в субботу 27-го. Скорее всего, их не будет 27-го. У меня сегодня вряд ли будет стрим, потому что я его не успеваю сделать. Возможно, будет 28-го. Но если 28-го вдруг я не смогу провести стрим и сделать результаты конкурса, так как испытание заканчивается раньше, чем спецуха, я выберу 2 победителя, мы их забустим, а спецпаки выберем чуть попозже, когда у меня будет время. Ребят, ну честно, форс-мажор. Приезжают родственники, но я, если выберу время для стрима, я обязательно проведу его. И я просто хочу выбрать победителя прямо на стриме. Если не буду успевать выбрать победителя на стриме испытания, буст испытания, значит выберу их чисто в группе, опубликую, сделаем буст, все будет хорошо. А 3 остальных победителей выберем на стриме, когда у меня будет время. Но это будет однозначно на стриме, по ссылке в описании. И если вы хотите еще участвовать в этом розыгрыше, я ставлю условия. Возможно, вдруг кто еще не в курсе, что у меня розыгрыш, точнее конкурс, участвует. Результаты, ну, я постараюсь 28-го провести, как и обещал. Поэтому ждите, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. А мы поехали в бой. Я хочу получить на Хабибе, ребятки, этого электродракона. И хочу его прокачать. Сразу же его там, ну, конечно, на 12 побед я вряд ли сделаю, да. Так, лучниц возьмем. 12 побед вряд ли я сделаю сейчас на Хабибе. Так, фаербол или позен? Фаербол или позен? Я возьму позен, скорее всего. Или же возьму фай, позен, да. Все нормально. Арбалет или печка? Ох ты ж, ё-моё, не, возьму печку. В общем, ребятки, вы поняли, да? Хочу электродракона выбить Хабибу и взять его попробовать вместо Мегаминьона. Уж больно эта карта такая имбовая какая-то в дефе, поэтому хочу попробовать, а вдруг зайдет. Если не зайдет, значит, ну не буду ее использовать. В общем, поехали. Мне надо 6 побед, сейчас у меня 3. 3-0, поэтому... О боже, мне элитных варваров соперник выдал. Отлично. Так, как прочитал мои мысли. Я же обожаю играть с элитными варварами. Так, ну давай, порцию духов, поехали. Опа, поехали. Готовим позен, сейчас, скорее всего, что-то будет там. Опа, ведьма, окей. Используем позен, отличный позен. Офигеть, отличная игра, соперник уже кланяется мне. Все, классная игра, все, молодец, хорошо отыграл, элитный варвар, я их сам тебе отдал. Я такую ошибку роковую совершил. Что же я наделал, как же теперь играть? Так, слушайте, нифига, нифига себе, вот это контратака. Хорошо, что хоть ведьму отвлек, так бы вообще минус вышка была. Но все равно, с учетом того, что я ему 500 хп оставил, нормально, нормальный размен получился. Так, печку, наверное, уже на правую сторону там. Блин, 248 хп. Ладно, как-нибудь добьем. Арбалет, кстати, арбалет очень легко дефать этим электродраконом. Прям я видел, как он станет его. Этот арбалет. О, у него еще гигант, прикольно. Так, я так понимаю, сейчас будет гигант, потом арбалет. Ну, в принципе, элитками будем дефать, что нам. Так, здесь давайте ледяного колдуна. Он же нам их отдал, значит, надо ими играть. А, вот он, арбалет. Так, элитные варвары. Так, тут у нас поизон. Поизон нанесет урон по 3 целям, замечательно. Так, но слушайте, сейчас арбалет еще будет жить. Печка моя сдохнет, блин, скорее всего я теряю вышку. Хотя нет, лучницы должны затащить. Так, все, отлично. 32 хп осталось у него на вышке. Замечательно, мы добиваем его и переходим на правую сторону. Напоминаю, мне надо 6 побед, я не буду 12 проходить на выпуск. Я сейчас 6 побед сделаю, получу этого дракона. Продолжу потом, продолжу испытание, если, конечно, будет мало поражений. Я его обязательно продолжу и буду, естественно, пытаться, конечно, взять. Если я сделаю 12 побед на этом аккаунте, это будет очень круто. Эть, успеть. И тут элиток. Так, хорошо. Элитные варвары нормально танкуют. Хорошая карта, обожаю элитных варваров вообще. Это, ребята, провокация, не надо там бомбить. Это я специально провоцирую. Так, ну что, давайте здесь... Блин, там он может забить уже на эту вышку, или он будет ее... Ну хотя да, он же не добьет одной гоблинской бочкой. Окей, здесь дракон.
Слушайте, ну ледяной колдун с этим электродраконом, это прям... А ну, попробуем, как он гоблинскую бочку дефает. Шикарно, шикарно, он дефает гоблинскую бочку вообще от души. Так, так, здесь давайте лучниц. А у меня и танка-то нету, да, толком. У меня в основном урон от элитных варваров, походу, заходит от печки, от заклинаний. Так, ну что, сейчас бы можно было выкинуть элитных варваров, много чего так летит туда, но мы их от, вот отсюда, смотрите, спустим с цепи их, оп. Надеюсь, не сагрятся они на гиганта, на ведьму, да, и пойдут дальше молотить вышку. Здесь у нас электродракон. Так, отличная игра, я согласен. Ну вот, на самом деле, вот видите, мне кажется, что моя колода его контрит. У меня то же самое было, я играл колодой соперника, а соперник играл моей колодой. Ну, не конкретно такая точно связка, просто были похожие деки, что фулл деф у соперника и практически фулл атака моя. Ну блин, ну так, такой бред, так не люблю драфт испытания. Ну нечестно, это несправедливо, когда на выбор дают, я уже сейчас не вспомню так, но... Реально, иногда дают на выбор такие карты очевидные, что ты возьмешь, естественно, та, которая тащит, а херовую отдашь своему сопернику. Вот, и такое бывает, что тебе такой бред в колоде, все 8 карт там, из них 50% заклинаний, все остальное мусор, у соперника полностью там сплэш-урон, голем, еще что-то. Короче, ну, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, потому что, ну, если вы играли в драфт-испытаниях, вы должны понимать. Потому что я сейчас не придумываю. Слушайте, я его никак не могу добить, осталось 1.5 минуты. Я немножко приболел. Было такое, что я болел, потом немножко мне стало получше и снова заболел. 1 хп, черт возьми. Так, как же их добить? Что ж делать? Как же? Надо подумать, надо тактика. Лучница, давай! Ну давай! Последняя стрела от лучницы и добиваем. Мне осталась последняя карточка, и я получаю этого электродракона. Дальше продолжать на видео не буду. А, стоп, это только 4-й бой, блин, это не последняя каточка, еще 2 каточки, лол. Итак, ребят, пошел, называется, в бой, не светит мне 12 побед, 2 поражения. Ну, я не знаю, вы можете сами прокомментировать, вот, посмотрите на мою колоду и на колоду соперника. Чем мне наносить урон? Скажите, чем мне наносить урон и чем наносить сопернику урон? У меня можно пойзеном и бочкой со скелетами. Ну, серьезно? Бочка со скелетами, когда у него есть ледяной голем, там, ведьма, призрак, летучие мыши. Ну, колоды, реально колоды решают. Я не ною, это так и есть. Мне все равно, мне надо сделать 6 побед. И все, и я буду доволен. Ужасное испытание, продолжать, честно, нету желания, но попытку надо эту закончить. Но я сомневаюсь, что будет 12 побед. Все, моя цель — это забрать этого дракона. Забрать этого дракона. Так, Хабиб получает дракончика. Так, забираем. Так, и что? И, короче, погнали, попробуем, что вообще. Конечно, первого уровня херово будет. 5 эликсиров вместо 3. Ну, дороже моя колода стала. Давайте откроем тут лего, смотрите. Видите, да? Поехали в бой. Конечно, первый уровень слабенький, но попробуем сейчас одну каточку, чисто одну. Мне интересно, заменит он Мега Миньона или не заменит. Понеслась. Так, 11 левел. Бестин. Так, ну что. Ставим королевского гиганта. Так. Так. Тут лучниц, колдун. Так, мне бы мини-пеку на колдуна. Мини-пека. Блин, мини-пека слабенький, поэтому быстро сдох. Так, ну вот он, пламенный дракон. Точнее, электродракон уже доступен. Разряд, если бы, конечно, побыстрее выбросил, гигант бы был бы чувствовал бы себя бодрее. А так, что-то я вот не такой быстрый. 12 уровень против нас. Ой, 12 комонки против нас. Прикольно, ну, хоть печка наносит урон по вышке, и то радует. Так, ну, честно, дороже карта, это не в плюс для меня. Но, слушайте, у него другой функционал, поэтому, блин, мне кажется, все-таки, смотрите, что он сделал с бандиткой. Он ее, да нифига, нормальный у него урон. Мне нравится его урон, ребята. Но я хочу понять, заменит ли он мне мегамуху. Просто это эпик, его еще надо прокачать будет. Так, ну давайте. Оу, такой маленький. А кто маленький? Так маленький. Блять. Так мало хп. Так мало хп у него. Ну так быстро сдох. Ну ладно, его функция — это деф, а дефается он на ура. Так, ладно.
он слил колдуна, да, в принципе, можно. И армию скелетов, поэтому можно сейчас пойти в атаку. Стрелы убивают моих этих. Сейчас будет орда мух. Ну окей, так, давай орду миньонов. Я поставлю печку, разряд сливать не буду. Так, окей, 900 хп осталось на вышке. Нет, я думаю, оставлю я это, эту карту и, наверное, вместо мегамухи буду его прокачивать. Но, блин, надо его выловить теперь в сундуке фортуны, потому что, ну, 9 уровень это слабенький для этих кубков. Хотя бы 10, 11. Так. Так. Мини-пеку надо четко на колдуна. Прям четенько. Здесь у нас разряд. Так, бандитку пропустим. Он еще и рэч использовал. Не, надо дефать. У меня вышки слабые, бандитка снесет мне башню. Да, представляете, бандитка в соло сносит мне вышку. Так, королевский гигант. Королевский гигант. Сейчас будет орда мух, которая сгорит сразу от духов. Нет, он выбросил пеку. Осталось 600 хп. Так, второй вышибала пошел. Второй вышибала, дракон. Так, он меня там справа ничем не снесет, а то я уже волноваться начинаю. Ставим печку. И 600 хитпоинтов. Давайте фаерболом добивать. Сейчас будет колдун. Угу, ладно, тогда мини-пеку. Мини-пеку. Так, фаербол. Сколько мой фаербол сносит 8 уровня? Так, сейчас 600 хп. 200 хп. Ну, нормально, пойдет. Так, осталось 400 хитпоинтов. Блин, надо... О, я на 4000. Тут внезапная смерть, 3 минуты. Поэтому теперь-то я могу над ними издеваться. Так, самое главное сейчас бандитку справа не проворонить. Готовим сейчас разряд. Изи. Так, разряд. Отлично, все, победа. Я думаю, что дракон заменит мегаминьона, но надо прокачать. Вот. В общем, такой вот получился выпуск, ребят. Я думаю, что Хабиб скоро будет на 4300, если вот колоду эту прокачаю, прям идеальная колода, мне она нравится. В общем, подписывайтесь на канал, ждите мои новые ролики, желаю вам удачи и участвуйте в конкурсе. До новых встреч, пока.